Не знаю, простили ли меня за эти старые мои стихи дагестанцы. Не знаю, простила ли за них тень Шамиля, но сам себе их никогда не прощу. Мой отец говорил мне: не трогай Шамиля, если тронешь, до самой смерти не будет тебе покоя. Прав оказался мой отец. Сын горца, я с детства воспитан не хлипким. Терпел я упреки, побои сносил. Отец за проступки мои и ошибки не в шутку бывало мне уши крутил. Мне, взрослому, время наносит удары, и уши мне крутит порой до красна, как крутит играющий уши дутара, когда ослабев зафальшивит струна. Время. Из дней складываются годы, из лет века. Но что же такое эпоха? Складывается ли она из веков или из лет? Или может быть стать эпохой один день? 5 месяцев стоит дерево, покрытое зеленью. Но одного дня, одной ночи хватает, чтобы листья делались желтыми. Наоборот, 5 месяцев стоит дерево, голое, черное, как уголь. И одного теплого, светлого утра хватает, чтобы оно покрылось зеленью. Одного радостного утра хватает, чтобы оно зацвело. Есть деревья, которые от месяца к месяцу меняют свой цвет. И есть деревья, которые никогда не меняют цвет. Есть перелетные птицы, которые мечутся от земного шара в зависимости от времени года. И есть орлы, никогда не изменяющие своим горам. Есть птицы, любят лететь против ветра. Хорошая рыба плывет против течения. Настоящий поэт, когда ему велит сердце, восстает против мнения света. Из записной книжки. Есть у меня один друг, аварский поэт. В прошлом году вышла его новая книга стихотворений. Все стихи в книге он распределил по разделам, словно по комнатам своей городской квартиры. Вот политические или, скажем, гражданские стихи – кабинет, вот интимные любовные стихи – спальня, вот разные общие стихи – гостиная, вот стихи о сельском хозяйстве, о хлебе, о чабанах. Не знаю, куда отнести эти стихи, разве что кухня. И разве не прав оказался певец, приехавший из гор Махачкалы на состязание дагестанских певцов? Наш поэт, раскладывающий стихи по полочкам, попросил певца спеть по одному стихотворению из каждого раздела. Певец настроил кумус, несколько минут помолчал, как бы собираясь с мыслями, и запел. Пел он долго. Все испугались, что это все из одного раздела, а их всего 4. Когда же он кончит петь? Ну вот певец замолчал и остановил ладонью звучание струн. Продолжение не последовало. Оказывается, он в одну песню собрал главные мысли и главные чувства поэта. Поэт спросил певца, зачем же он так сделал? «Друг», — ответил певец, — «вот мой кумус, и на нем 3 струны. Я не могу сначала играть на 1 струне, потом на 2, а потом на 3. Еще о теме. Может быть, не все знают, что жил горец, который носил новые сапоги и очень боялся их запачкать. Он ходил только на носках. А однажды он попал в самую грязь, ему было по колено. Бедняге пришлось встать на голову. Так бывает. Поэты подчас словно не искусство создают, а участвуют в воскресных скачках. Ради того, чтобы шею коня на 5 минут украсили призовым платком, они готовы до крови исхлестать коню бока. Платок придется все равно снять в этот же день. А раны не заживут долго. Они, как алибулаты из Телетля, всегда готовы. Впрочем, вы ведь не знаете, как было с алибулатом. Однажды хунзавский наиб сказал своему нукеру алибулату: «Приготовься, завтра утром тебе нужно будет съездить в аул Телетля». «Я готов», — ответил исполнительный нукер. Еще не прояснились вершины горы, как алибулат оседлал коня и выехал в путь. К обеду он уже возвратился в Хунзах. Когда он подъезжал к Хунзаху, ему повстречались знакомые горцы. Они спросили: «Да сохранит тебя Аллах, Алибулат, далеко ли ты ездил?» «Успел», — обернулся из Телетля. «Какие дела тебя водили в Телетля?» «Я не знаю, о делах знает Наиб. Он сказал мне вчера, что нужно съездить, вот я и съездил». И есть такие алибулаты и в нашей литературной среде.